Приветствую, дорогие зрители. Вы этого ждали, вы это просили. Получайте, это стрим по игре Streamer Life Simulator. Как раз тот самый стрим, где стример будет стримить то, как выживают другие стримеры, виртуальные стримеры. Давайте посмотрим. Я только запустил игру. Вроде бы вы просили именно эту игру. Сейчас мы заценим. Новая игра. О боже. Это стример или картошка? Давайте одежду сразу оденем. Мы долго не спали, поэтому мы вот такие должны быть. Боже, что это у него? Что это за нахрен? Не, давайте. А, пускай будет такое среднее. Лично не хочу какие-то шипы ему делать вместо скул. Так. Разве 1-1 Дима в реале? Да, такая же голова картошкой. Голубые неестественные глаза. Мы сожрали все ваши донаты. Дайте нам покушать. Нет, это жесть, ребята, какая-то. Так, это сделаем его нормальным. А хотя... А ты нахрен, а чё я буду, типа... Чем более фриковая внешность, тем больше вероятности, что... нас будут смотреть. Так. Лапы. Так и написано, лапы. Не ноги, не ступни, а лапы, пацаны. Поняли? У стримеров... стримеры — это звери. Нет, я вообще не вижу разницы в его лапах. Короче, ладно, все максимальное. Так, секунду, это же лицо, они... Давай, они опять... Да черт, че он такой обыгованный? Орк. Так, давайте. Лапы. А в чем фишка? Блин, это какие-то странные рубашки. Ладно, голубая. Гопник. А чё, красный не хочет быть? А чё за прикол, чё цвет не работает? Так, ладно. А это что у нас? Борода. Это не борода, это как будто он как бы это настрих волос и прилепился к лицу. Ладно, пускай такое будет. Ой, я чувствую этого зержака. Да блин, в труселях стримят. Кто стримит на самом деле не в труселях? Таких нету, пацаны, знаете, все стримеры сидят на самом деле в труселях. Максимум в шортах, это потолок, и то это самые интеллигентные стримеры в шортах. А все в труселях стримят на самом деле. Так. Обувь. Ты что, носки? Что? Что это за мешковина? Ладно, пускай будет мешковина. Уши. Что за... Ну, он не видел давно цвета, как бы, знаете, дневного. И поэтому он весь зелененький. Наверное, Дима по своему примеру говорит. Как бы, я из интеллигентных, я в шортах. Блин, на самом деле цвет кожи как-то странный. Смотри, это нелепо, блин, такой цвет. Именно черный-черный-черный. Максимально такого цвета кожи не бывает. Это зомби. Это, как, знаете, побледнел немного. Это уже ты в Халка превратился. Это одолевает ярость. Радго орка. Давайте сделаем такого, чтобы такой орк был, чтобы он более-менее... Какого-то в зеленке его ископали. Окей, тело. Длина руки. Ха-ха-ха.
Это рыба. Боже мой. Это что, живот? Тяжело сказать. Да, живот, пускай максимально. А это что? Почему так пишет странно Руди? Что такое Рудь? А, это грудь, величина груди. Впавшая. Рост. Это будет огромный орк, дилда. А это что такое? Есть толщина? Что, типа член? Или что это? Что это? О, это дофига. Ладно. Талия. Мелкая пускай будет. Лапы. О, лапы наконец-то. Смотрите. Лапы огромные. Это орангутанг. Это реально орангутанг какой-то. Пускай накачанные будут. Ой, боже. Боже, я ничего не вижу, что за фигня. Да блин, я не вижу, ну блин, что за хрень. Можно приблизить? Что я сделал? Вот что такие потоки будут. Да блин, камера, что с тобой не так? Не, лучше вот такое будет, типа, знаете, накачанное. Не, лучше тут не накачанное, все. А глаза. Да ладно. А я думаю, что ему не хватало бровей. Он, походу, в челлендже участвовал. В стримерском. Ладно, пускай будут красные. А это что? Он какой-то под наркотой какой-то, ё-моё. Это орк. Красный, вот и оранжевый будут. Вот типичный стример, ребят. Торсо. О, а мы торсо не настраивали. Все, походу, мы все настроили. Нет, мы не все настроили. Ай, блин, дайте мелкая голова. Юрская. Так. Знаете, подбородок побольше. Как у орка именно. Рот по максимально большой. Нос. Это горб, давайте с горбом пускай будет. Так. Как свинья, либо... О, настоящий тролль уже. Так, мы его в тролля превращаем. Боже мой. Кривой, конечно же. Мы ломали его часто. Так, шнабак мы вырастили. А ну? Лицо. Родион, ты че меня создал? Не ври, это не ты. Забирай ток. Красавца, говорит, что он. Не, все, походу. Давайте такой, типа, обиженный. Обиженный стример. Я думаю, что если такого стримера увидели, вы просто были восхищались бы. Смотрели его ежедневно. Уши большие, конечно же. Лопоухи. Ну что, создание хорошее. Все, походу, мы закончили. Да. Че, я готов подать заявку. Надеюсь, примут. Принять изменения. Вы уверены, что хотите применить изменения, по идее. Преуспевать. Окей. Мы сделали нашего юного стримера, героя. Это орка-гоблин. Стример орк и гоблин. Родим, это значок сабов. В смысле? Он не похож на сабов, он лучше. Это герой, которого мы заслуживаем.
Боже, я думаю, что собака гавкает. Я даже не удивляюсь. Привет, собачка Кольт, собака Мосси. Как с тобой поговорить? А, телефон. Добро пожаловать, будильник. Нахрен вырубись. Хрестик, что ли, да? Так, письмо. Нету писем. Ну, еще бы, кто мне писал бы такому орку. Что это такое? Текущий вес 86. Надо 2000 калорий схавать, нифига себе. Автопомощь, что это такое? У меня машина даже есть, ё-моё. Я успешный стример. Нифига себе, 1200 баксов на счету. Да, пацаны, это вообще круто. Так, поговори с Мосси. А, я понял. Дайте вылезти через окно. Телек у меня современный. Обычная стримерская хата. Уголок стримерский должен быть красивый, и все остальное вот таким. Что, блин? Что за нахрен? Мосси. Выстрелы. Я слышал несколько выстрелов. Я думал, что в пистолете не было пули. Второй выстрел. Так почему два раза? Эта пуля была для тебя, чтобы проснуться. Компьютер. Идеальная шутка, дура. Где мой компьютер? Чё? Чё за бред? Мужик с столом сидит у меня в хате. Не, ну это так всегда бывает, да. Он стережет детишек в подвале. Боже, а чё у нас такое криповое место? Где-то окна забитые, мы как будто, не знаю, какие-то... Сэм и Дин Винчестеры. Мне что, собирать комп надо будет? Да ладно. Как мне на улицу выйти? Надо в багажник все положить. Через окно? Давай через окно. Да ладно, все забаррикадировано. Что за бред? Тут дверей нету. What the fuck? Что-то я не понял. Положите компьютерные части в багажник автомобиля. А, вот дверь. Понятно. Боже, это дверь такая? Не, ну... Ребят, это же за... Это прям какой-то по нам с ваном стрим... Точнее, игру делали. Есть. Ты думал, я буду стримить, а не... Я как-то бомжать не разбирать. Ладно. Давайте, багажник тоже положим. Я, кажется, себя грохнул. У него прочность уменьшена. Может, что это за видяха? Надо тебе... Это видяха или что это вообще такое? MTX950U 1 гигабайт. Ну да, это... На такой видяхе максимум какие-то дерьмо игры стримить. Это при GTX имелось в виду. Как клавиатура. Ну, клава стандартная, самая дешевая, как бы... Трушная. Для истинных геймеров. Было прикольно, если можно было бы собирать комп, воруя... Залазя в чужие дома и воруя детали чужих домов. Ну че, нормально так, жизнь стримера. 60 герц LSD LED screen. Поняли? Офигенный монитор. У меня такой был в 2000-м. Так, HDD 1 терабайт, да ладно. 50 гигабайт скорости. Секундочку, там что, типа SATA 2, что ли, такая скорость низкая? Почему 50, а не 100-200? Чуть непонятно. i3 проц? Боже, а чем будем стримить с таким процом? Мы что, будем на видеокарте стримить? Это же говное качество. Так, мышка. Мышь, серьезно? Я такой мышь пользовался последний раз. Наверное. Я даже не помню, когда это было. Ты еще ребенком был.
Короче, я понял. Я орк, который, типа, живет на окраине. Ну, если мы живем за городом, иначе в городе меня пришили бы как 1 гигабайт 600 мегагерц созушка. Вместо корсара зарсар какой-то, ладно. А мне поссать, можно прямо в доме. Мне, смотрю, уже ссать захотелось. Мужик, где поссать можно? Иди домой. В смысле, иди, может, едь домой? Как изануть? Аж хендбрейк. Поехали. Прикольно. Почему руки нормальные, не зеленые? Я не понял, что за обман? Смысл делать героя, а у меня нормальный чувак. Это ни хрена не орк. Пацаны. А че машин нет других? А где мы вообще живем? У нас АБНет будет? О, боже, ты разогнался. Лучше притормозить. А то мой джигулик сдохнет. Тормоз спейс, окей. О, тут даже есть... О, машины? Да ладно. Боже мой! What the fuck is this? Почему этот асфальт хуже, чем у нас в СНГ странах? Где мы вообще живем нахрен? Почему машина сгоревшая? Почему одни черные вокруг? Что происходит, мужик? Не снимай колеса, пожалуйста. Что это такое? А где мы вообще находимся? А-а-а! Тормоза не пашут. Ну проходи, дай проехать. Гад, дай проехать, что это за фигня, блин. А, короче, ладно. О, поехал, пошел. Я хотел давить его уже. Ты куда ты лезешь? Иди. У тебя есть тротуар, мать его. Что за сраная гетто? Мужики, что вы хотите? Чего вы... Так, короче. Поцарапал мне машину, зараза. Запаркуем ее. Как выйти? Кью. Йоу, братан. Что-то ничего не делает, ну ладно. Боже, стенка вся в крови? Пацаны, что за нахрен происходит? Кто мне объяснит? Это игра о стримере или о том, как тебя подрежут? Это в переулке. А, вот так можно было переносить, я понял. У меня рюкзак есть. Чего, блин? Я стримерскую устрою. Тут где стримерская? И здесь сделаем, она подходит. Эй! Да не кидайся ты, блин, а поставь. Это будет, короче, у нас стримерская, пацаны. Тут мы будем стримить. Окей. Так, это мой офигенный стул, на котором я буду сидеть по 7 часов в день. Ну, а потом как бы лечиться от геморроя. Так, это мой легендарный монитор. Не, вот так давайте. Самый край. Он будет встроенный, как бы... Ну, поляса будет встроенный в стену. А почему он... А, R, боже мой. Я E нажимаю, оно не крутит мне почему-то в бок, потому что Q, R. Окей, сейчас подрубим все остальное. А, так, а что здесь у нас? Полочка. Кровать будет у нас здесь, чтобы... Боже мой, какая ужасная кровать. Ну, хотя ладно, нормально, нормально, знаете, для начала для стримера пойдет, хата есть. Окно будет, мужик, ты что-то подсматриваешь, иди отсюда. Так, полка будет сзади, типа мы... Боже, какая стенка ужасная. Ладно. Вот так пускай будет. Мы там поставим то, что у нас есть. Какие-то, блин, вокруг дворы ходят, пытаются залезть. Я ссать хочу уже до ужаса.
Я должен срочно помыться. Да где мне помыться? Че, залезу сейчас в чужую хату и помоюсь? У нас негде мыться. Нет, пока здесь поставим, а потому что я не знаю, как все детали туда собрать. Так, это 1 гигабайт видяха. Это материнка. Я не знаю, как я поставил раньше материнку. Точнее, раньше видяху, чем материнку. Это очень странно. Машину еще не разобрали, не? Ладно, вроде бы нормально, значит, райончик. Боже мой, да я не самый страшный в этом районе, мужик. У него голова квадратом каким-то, мать его. Так, давайте дальше настроим. Да, не, вставляем. Это Винчестер. HDD, SSD. Клауна стол, процессор. И... секунду, а где Азушка ставится? А, рам, вот Азушка. Ну все, мне, я готов, пацаны. Только надо поссать, потому что я, походу, обоссался. А, так. Все есть. Дайте, блин, помыться. А где помыться? Давайте сейчас поищем, где можно помыться. Да, блин. Двери не могут наружу открываться, а то неудобно тут. Боже мой. А ну, дай посрать, блин, не подсматривай. $10, чтобы посрать? Самая дорогая тема, которую я использовал. Ну, ты, типа, деньги собираешь, что ли, в этой параше? Хороший у вас бизнес. А это что такое? Боже мой, в каком я сраном гетто живу. Такое чувство, как будто это какой-то постапокалипсис. Это мои соседи? Боже, она точно обдолбанная, посмотрите на нее. Посмотрите на ее глаза. Она обдолбалась. Черт! Куда ты смотришь, мужик? Как это стрелять, когда такие твари живут вокруг меня? Посмотрите на него. Че за бред? Что за нахрен? В речках хотя бы есть, он говорит, купается в речке. Да, это я тоже так думаю. И почему одна белая женщина на весь район? Это не женщина. Боже мой, понятно почему. А, нет, где... А почему женщины белые, а мужчины... А, вот тут, походу, белые тоже есть. Я уже подумал... Ни хрена, что такое? Что за качок, блин, а? Грудь как выпятил. Что с руками? Как у бройлера. О, может, тут помыться можно? О, машину можно, кстати, угнать? А ну... Дилер? Дилер? Ты мне оружие продашь, а там ради нужно оружие. Полюбаться, чувак. Я хочу оружие, ты винтовку продай мне, все деньги отдам, чтобы выжить только. О, нужно спать, кстати. Дима, запусти стрим. Сейчас иду, блин. Ждите, надо посмотреться, потому что можно на окна сначала забить, заколотить. Наркоманов очень много в районе. О, это забегаловка, чтобы похавать. Чё, блин? Ладно. Пошли дальше, покушаем. А чё вы кушаете, пацаны? Дай пройти, блин, жирный. В смысле, чё, хавать негде? А, или я готовить должен еще, вы чё? Да ладно, еще пожрать не могу. Ладно, я куплю в автомате тогда еду. Этот качок за мной ходит. Походу, ребят, я хрен поем, я сдохну. АТМ. Блин, мне надо хавать, как я похаваю. Ладно, давайте компьютер запустим, потом уже похаваем. О, это моя еда, походу.
мусорная мотивация. Ребят, стример не так же. Я по мусоркам не рылся в начале своей карьеры. Мороженое! Мужик. Я купил мороженое 10 баксов. Так, это мой дом. Ладно. Ох. Нет, в тебя насчет Дима никогда не выходит. Будь у меня такой район, вы слышали, так как я бы отстреливался автоматной очередью. Девка, чего ты там смотришь, ты крипово? Прикинь, такие постримили, стоите, такие посмотрите, а там тварь стоит. Проходит там пару часов, там часов 10 ты выходишь, а там опять эта тварь стоит. Ты поспал уже себе, такой, знаете, поспал, проснулся. Такой, думаешь, шок. Наконец-то это постримили, такая тварь стоит опять вновь. Сколько эта тварь может стоять? Ладно, давайте. Все-таки сядем за комп, как-то сделать бы еще. О! И что дальше? Может, включить нас сначала? Я должен срочно помыться. Я не знаю, где помыться, чувак. О. Боже мой, Energy! Это же капец какой старый запуск. Желанный. Он долго грузится. Где мышка шариком? Да, конечно, я же говорю, что я такие мышки давно не видел. Шариковые. You not my type. Че это? Стрим-календарь. Учебники. 2 часа ночи. Что это за нахрен? Блендер. Мне надо в блендер зайти. Боже, где там мать его блендер? А вот. Окей, я так понимаю, что блендер — это платформа, где мы будем стримить. СДБ Лендер. Сейчас стрим закроет, скажет. А, типа, рекламируешь другую стримерскую платформу. Сколько? 11 миллионов... Не, это лям смотрит. Ну ладно, это норм. Что там такое? Самое популярное, давайте посмотрим. Зота? Не Дота, а Зота. А что там какие-то чуваки ходят? А, ну лучше регистрацию пройдем. Регистрация, пароль. Дай так. А что, на русском нельзя? Ладно, спаси... Спасите меня. Так. А что там, отпечаток пальца, кличка? Спасите меня. А что не проходит? А, палец надо приложить. Боже, что за бред? Я никакие пальцы не прикладывал, когда регистрировался. Вы можете войти прямо сейчас. Авторизироваться. Окей. Вы успешно нашли систему. Так, на стрелке вверх. Снимите флажок первый дом из приложения карты. Окей, карты. Как флажок снять? А вот. Боже. Ребят, это игра хоррор? Честно. Мы вышли в систему. Загрузите программу ОПС с веб-сайта приложений. Блин, а самое интересное, что прикольно замутили с той стороны, что вам нужно тут делать, скажем, все почти как в реале. Зугл. Так, секундочку, а где-то... ОПС, я ввести ничего не могу. Боже, что он так долго грузит? Ёкерный бабай. Пацаны, это неинтересно так ждать. Давай еще раз. Стать партнером. Как выйти? Вы ничего не слышали. Все норм. Так, надо выпить. Дима типичный пользователь айфона, живет в гетто, из мытья только дождь, есть из помойки, зато есть айфон. Блин, меня раскусили. Так, ладно, нам нужно сделать ОПС скачать, а где-то ОПС? Веб-сайт приложений. Это, наверное, ПП.
КПС. Блин. Я должен есть. Сейчас выйдем на человека, слоем сидим. Значит, выбор есть. У нас не работает нифига. О, ОПС, скачать. Так, я иду жрать. Все, 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 да. Сейчас... Идем покушаем. А может это хавчик? О, что такое замазор? А можно украсть и убежать? А, нет, тут дорого. Боже, это компы продаются здесь. Да ладно, чувак, ты закрой лучше дверь, сейчас тебя обворуют. Ты вообще видел, кто тут ходит? Какая-то женщина. Блин, ну ладно. Вы должны есть пищу. Ну, это единственная забегаловка, где можно похавать. На самом деле. Чувак, ты уже похавал? Чего там видите все? Вы наркоманы какие-то. Как мне заказать еду? Может, есть подождать? Нет, это тегон какой-то. Да покупайте, что вы смотрите? Блин, я представляю, такие люди, они могут смотреть мои стримы вечность. Ладно, погнали. Блин, где еду мне покупать? Это хороший вопрос. Я одним мороженым питаюсь. Я не проживу долго. Какие тупые текстурки людей. О, я скачал. Пробуем. Купите микрофон на сайте Замазор. Окей. На сайте? Я могу купить в магазине Замазор. Какой сайт? Так, где у вас микрофоны покачественнее? О, нифига себе, мушки есть хорошие. Нифига себе, $300 мышка. Ты что закидала, блин? Хотя в вашем районе это норм. Нифига себе, кровать. Чувак, ты что продаешь? Комплектующий. И кровать. А что еще у тебя есть там? Дрышлах какой-то, столы. О, компьютерный стол прикольный есть. И клавы хорошие. Выходит, что он не продает микрофон, это надо заказывать, по идее. Ладно, давайте. Давайте закажем на сайте, я так понял. Микрофоны в продаже нет у него. Ой. О, нифига себе. Так, что надо сделать? Купите микрофон на сайте Замазор. Мне бы и нет еще получше. Скин кейс. Нет, Замазор, Замазор, Замазор. Ты где вообще? О, Замазор. А, типа Амазон, да? По логотипу. Амазон кровати продает в своих отделениях, я понял. Так, мне нужно... микрофон. Ни хрена себе. Значит, $250 закажем. Телега. Оплата. Так, все, мы заказали, ребят, микрофончик. Отправляйте все деньги на свою кредитную карту из банковского приложения. Ведь это не Apple, это груша. Знать бы еще как-то сделать. Когда деньги все отправить. Есть. Так, окей, что дальше? Заказывай еду с сайта Foodshop. Еду надо заказывать? Ни хрена себе, мы живем в какой-то помойке, вокруг ходят какие-то странные обдолбанные люди, а мы заказываем еду с... блин. Реалистично, чем, блин. Я думал в помойке поискать еду. Это более реалистично для этой игры. Foodshop, офигеть. Я все мог представить, но не то, что мы будем заказывать еду, когда живем в какой-то помойке. На холодильнике даже нету.
Я сдохну, пока она загрузится. Я почти уже мертвый. Давай, доставь. Не, воняет, как от вонючки. Ого. У меня десерт наш-то. Пиццу закажу. Дайте это... О, блин, я все заказал сейчас. Купите унитаз на сайте Замазор. А канализацию кто мне выкопает? Те ребятки, которые на улице ходят и смотрят в небо? Или кто? А, Замазор. Блин, а где еду забрать? Я заказал ее, а куда ее доставят? Мусорку кинут, я поем потом. Ладно, давайте закажем унитаз, блин, конечно. У них унитазы тоже есть. О! Жратва пришла, нифига себе! Я чаевые, конечно, ему не оставлю, потому что, блин... Я чё, собака? Чувак, ты бы мне в руки передал! Тут сожрут сейчас людишки, которые ходят вокруг. Так, съели. Что-то как-то я не насытился даже. А может, а вот, наверное, здесь. Кондиционер, подставки, постель, камин, холодильник, полки, диваны, ванная. О, туалет. Сколько параши стоят? Самый отстойный, там типа... Там уже гадили до меня кто-то еще. Спи, спаси игру. Что? Сохрани, наверное, имелось в виду. Ай, блин. А туалет тоже доставят мне так? Кайл. Кто такой Кайл, нахрен? Козел, можешь хотели написать? Все, все учебные миссии закончены. Вот, ребята, все, что вам требуется, чтобы стать стримером. Вам нужна хата. Заказывать еду с... Ух ты, моя параш. О! Куда его поставить? А где мой туалет, кстати, будет? А где мой туалет будет? Значит, одно не понял. Ладно. В гостевой. Ладно, лучший вариант, ребята. Лучший вариант. Так, оно... Мы в тюрьме. Я прям на стриме буду туда ходить. О, так, нормально же, пацаны? Говорит, под окном ставь. Не, я лучше так поставлю, типа, чтобы на стриме было видно. Вы чё? Я на стриме прям буду ходить. А если скажут, типа, какого хрена я сырой, скажу, чё, подумаешь? Так, запускаем АПС, Team K. А как узнать? Душ принять. Да блин, ну что, издевайтесь? Ладно, давайте закажем еще душ. Будем мыться здесь тоже голым. Типа, это будет такой... Мы будем стримить сначала на, типа... Twitch, а потом будем стримить на Pornhub, типа, кем моемся. Окей. Боже, такие дорогие ванны. А почему это подешевле? Дайте какую-то бомжатскую ванну там, типа. Может, не ванну, может, давайте сделаем... А, тут нету душ. Картины, плакаты, оформление. А, ладно, давайте постримим. Так как узнать мой Steam ключ? Говорят, это называется Zurnhub. Серьезно? А тут типа не будет ничего? Можно заходить или... Там обнаженка, пацаны, если там обнаженка, то заходить не будет. Так, что я хотел? Я хотел... А, да, вот, Zurnhub. Так. Мне нужно было в Blender зайти и мой Steam API спалить всем зрителям. Я требую Zurnhub. Ребят, честно, напишите, кто играл Zurnhub. Так, мы вошли в систему. Спасите меня. Окей. А как мне стать партнером? Что, блин? Меня украли $200!
Мне я сру, блин, там, где стримлю. А вы бабки мои воруете, вы чё? Что это было вообще? Ладно, запускаем стрим, мне нужно бабки нафармить. Пацаны, пацаны, моей истории. 2-2-2-2, одобрить. В смысле ключи найден? Да как запустить трансляцию? Вы обучение не показали, как трансляцию запускать. Как я запущу трансляцию? Я сдохну здесь. Я не хочу умирать. Я авторизировался, окей. Я зареган. Все, дашборд. Что? А вот. Тест стрим и потока. Спасите с помойки. В смысле? Гена 2. А где я душ приму? А где я душ приму? Душа нету. Тут есть, можно помыться? Блин, или мне как собаки вылизывать себя? Где, мать его, душ? Это не игра, пацаны. А, карта. Давайте увеличим. Дом, зубер, пицца, таксист, касса, официант, ТМ, замахин, дилер, клуб. Клуб? Короче, это нету, где мне придется заказывать. Блин, меня и так обокрали. Ладно, иду. Чего тут есть вкусного? Ой, блин. О! Еда! Свет бомжа, не стримера. Во что что-то есть? Это заберем. Это заберем. Все. Если я таким грязным, нужно помыться. Так. Давайте поедим. А как посмотреть, что я собрал, типа мы. О, что это такое? Можно продать дилеру. А, давайте к дилеру продадим, а потом в душ пойдем. Привет, мужик, у меня есть товар для тебя. Мне душ надо принять, ладно, я закажу еще с, себе для душа. Для душ надо было заказывать. Ничего, нормально, порылись в мусор. Психиатр бомжа, реально. Так, что у нас тут? 5-5-6-4. Запомнили. 5-5-6-4. Напишите, когда будем стрелять, потому что я забуду его. Потому что нет, грузится долго, я забуду. 5-5-6-4. Так, мне нужно... На Замазоне... А если что-то перешевле за Амазон, там какой-то душик за 100 баксов. Меня обокрал хакер на 200 баксов еще. Я даже не уверен, или хватит сейчас на душ. Так, ну, самое дешевое за $400. У нас выбор нет, покупаем это. У меня осталось $100. Ой, блин. Не, ну, конечно, теперь я понимаю, как мы представлены стримеры для этого разработчика. Сраные бомжи, которые, блин, лазят по помойкам. Как бы живут в гетто, ездят на каких-то москвичах дрянных. Живут в районе, где одни упоротые люди вокруг ходят. Странно, что люди не шарахаются, потому что я так воняю. Боже, блин. Криповая такая. Так, а когда доставят мне ванну? Еще давно не понимаю. Давайте подождем, пока там ванна приедет. Мне надо еще и похавать. Так, ладно, встаем, жрем. Да, я вижу, что голод. Но я мороженое сейчас куплю, я заказывать пока не буду. Хотя, на самом деле, кажется, мороженое... Нет денег в кошельке. Блин, заказываем! Это же стрим не запустил. Так, фуд. Шоп. У меня все на карточке. Давай, блин, сайт, грузись. Ты 4 минуты грузился. Мы заказывать.
Так, телега. Полная оплата. 20 баксов. Давай, давай, быстрее, 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 заказ. А где моя сраная, это как его? Боже, какой вид. Тут, знаете, не хватает только, типа, ствол, когда станок пулеметный поставить, и занавески, чтобы были еще закрываться, чтобы они не видели. Что так долго доставка идет? О! Еда, еда, еда. Как бомжу, блин, на землю кидают. Похрен, что на земле, жрем. Жрем. Все. Где моя ванная? Я заказал... О, это микрофон, кстати, мой. Даже забыл, что я его заказывал. Так, блин, я как его поставить лучше? А, пускай так будет, подвинем. Все. А где же ванна? А я не понимаю, что ванна типа не приедет, или где забирать, или она в магазине... Это же магазин был. Два качка пялятся на солнце. Вы будете моими слугами теперь, ребята. Мне нужно, чтобы один, короче, мне еду все... Ладно. Ну, а тоже не... Боже, что, нифига себе, у него булки накачанные даже. Мужик, а где ванну, которую я заказывал в вашем магазине? Чувак, мне душ нужно, я не могу стримить, не помывшись. Ладно, я пойду искать так, где может душевая есть, потому что, мне кажется, ванна не приедет. Уже день. А может поспать надо, чтобы ванна приехала? Давайте поспим. Так. О, да, приехала. Нифига себе распаковка. Так, ванна. Так что, это же должна быть моя ванная комната. Я сделал здесь... Стримлю с ванной. О, боже. Давайте так, чтобы было. Блин. Ладно, не выйдет. Поставить так будет, пускай вот так. Я в ванной комнате стримлю, пацаны. Че, норм? Есть. Так, ну, гигиена еще раз помыться. А что, два раза мыться надо? Что за прикол? О, все. Все, ребят, я готов к стримингу. Так, заходим на OPS. 5.56, да? Ой, 5.56.4 вроде был. Есть. Битрейт. Тридцать FPS, не буду ставить 60. Спасите мои помойки. Что? Спасите с помойки. Хорошее название стрима. А, не лагает, да? А чем мы должны опущенные рамки? Это лагает, значит. Боже, как я буду стримить 240p? О! Никто не смотрит, подождите молча. Говорите с собой. Так, 12, давайте ниже. 144. О! Шикарно! Так, Римчат. Дроп, дроп, дроп. Боже, здесь команда даже есть. Окей, рекомендую на битрейт 700. Я его не люблю, блин. Так, я скажу, что я не люблю. Там, кстати, чат, надо общаться, что там в чате происходит. Может быть, все жили в компьютерной игре, не забывай меня в будущем. Качество аудитории. Попробуй обратиться ко всем. О! Что это такое? Так, ну пока все нормально, жаль, с чатом. К
Категория игры. А, секунду, у меня игр нету. Не же сейчас. Просто болтаем. А, давайте сейчас какую-то игру скачаем. Пора шутить. Очень умная шутка. Пошутить. Блин. Так, а я хочу игру скачать. Давайте игру скачаем. Твой король пришел. Что за бред? Опа. Сменить тему, давайте поговорим. Забавные вещи. О, так, отлично. Я хочу скачать игры. Давайте... А где игры качаются вообще? Car Dealer, Pet Shop, APP. На каком языке это говорит? Да пошли вы нахрен, блин, твари. Забаньте их обоих. Осторожно предупредим. Сначала. Так, а есть какая-то игра там? VPN? Нет. О! Steam! Точно, качаем Steam. А, сменить тему. Давайте ничего не делать. Давайте поговорим о забавных вещах. Ну, я какой-то король шутов. Я уже вижу. Как долго... Блин, самое интересное, вот этот реалистичный комментарий, потому что на самом деле вечно спрашивают, как долго уже идет стрим. Опа. Steam Lab. А, когда говоришь, что в итоге похоже на дерьмо. Спокойный ответ. Надо было сказать, что типа, сам дерьмо вонючее. Иди-ка ты в жопу, у тебя очень плохой газ. Громкий звук. Пердеть. Я представляю этот стрим. Это какой неадекватный. У меня два подписчика, пацаны. Как проверить мой донат? А, Steam Lab я не скачал. А как они мне донатили, если я ничего не, даже не указал реквизиты? 12 зрителей, пацаны. Кто-то понимает, что вы не спите. Я был без сна смотреть по 18 плюсам видео. Так, давайте остановим трансляцию, как это сделать. Стойте, пацаны, мне надо спать, все. В смысле начать поток? А, я закрыл поток, потому что я устал. Окей, пускай качает комп пока. Что у нас там? Нет энергии. Ай! Оу, что за... Так, давайте возьмем ванную в руки. Ладно, будем мыться здесь. Сейчас надо еще будет лечь поспать, пацаны. Так. Тут поставим, короче, там не хватает места, ванна слишком большая. Так, ложимся спать сейчас. Еще... У нас там какие-то потоки были. Я могу спать после 2 часов. В смысле? Давайте еду закажем. Блин, а ну что я вообще там Spotify, кто меня поддержал? А, это не та музыка Spotify. Секунда. Ладно, еду закажем, я не совсем понял. А, я Steam Lab еще не скачал. Окей, давайте закажем еду. А, надо с энергией немного. Это круха угарная, да, вообще? Наркомания еще-то. На майнить, поставить комп майнить, и будет выгоднее. Мне там целая третья проц, видеокарта 950 МТУ какой-то там. Так, давайте... Это мы еще не пробовали. Круассанчик и печенюшки. Я, блин, сегодня настримил на $29, надеюсь. Сейчас просто покажу, сколько мы заработали. Пока еда едет... О, есть Steam Lab. 5, 5, 6, 4 вроде бы, да? Читать. Мне дали $7? Мне $7 задонили. Ни хрена себе, больше, чем в реале. А было 12 человек на потоке. Это магия Хогвартса, не удивляйтесь. Так, ладно. Я посплю сейчас. Нормально, $7 за первый день стрима с 12 зрителями, это вообще нечто. Блин, так было бы в реале. Я вообще, блин, бодренький, как мутант. Давайте запускаем поток. ОПС. Начинаем стримить. Привет, братаны, мы будем жать чатинги.
меня полноэкранная камера. Так, пацки. Что на стриме? 10 человек всего лишь? О, 11 человек. Привет. Привет, батраки. Так, и чё? Давайте поговорим о забавных вещах. Сейчас в игры перейдем, ребят. А, если бы я не был очень сонным, я бы посмотрел здесь. Давайте какую-то игру скачаем в Steam. Сколько стоит? Нет! Не играть меня, у меня бабла нету. Я, блин, круассан последний остался на столе. Так, ладно, запоминаем. Y, W, L, C. Вот так тебе. Я тебя заблочил. Давайте посмотрим отличный фильм, предложим. Ага. Будешь открыть музыку. Открыть веселую музыку. Fall Gun, Counter-Strike, The Witcher 3. Ведьмак, короче, Counter-Strike, Fall Guy, Киберпанк. 206. Ну окей, пацаны, надоньте мне на игры. Мне хочу поиграть что-то. Кто-то сейчас здесь оскорбляет тех, кто подписывается или жертвует. Скажу, что он прав. Жиза. Так, что там в чате пишут? Вы даже можете говорить правильно, я думаю, выбросить. Что? Люди интересуются своим мнением. Своим мнением? Скажи свое реальное мнение. Так, а донатики должны были быть, там тут труп было. Давайте откроем Steam Lab. Читаем. Я отправляю тебе последние деньги на моей карте. Спасибо, ты выручил мне. Подписной. Говори из будущего. Чё? Ладно, похрен. Говорим из будущего. Божеская бабла. Пожалуйста, саб-мод. Потоки меня очень забавляют. Сколько подписок? Сейчас есть люди, которые пишут, не используя свой мозг. Объясните им. О, объясняем. Читаем подписной, почитаем подписной. Так, как я денег заработал? Ааа, посмотрите, сколько бабла мы подняли. Чекаем. Все, подписчиков... Боже, 25 подписчиков за второй день. С вебкой в 144p. Я что-то делаю не так, пацаны. Какого хрена? Неправильное использование других стримеров, чтобы привлечь больше зрителей. Чё? Отличная идея! Мы как бы заставим потрачить их. Я должен срочно помыться. Если ты никогда не зарабатываешь деньги, продолжай ли ты трансляцию? Конечно, не продолжаю, закрою. Посмотрите, бабки говнюки, блин. Охренели, они решили трансляцию и не платят бабки. Как такое может быть? Вообще. Я никогда не люблю таких мужчин, как ты. Я написал худший в мире стример в поисковике и был... Так, слушайте музыку. Мое любимое занятие. Так. Что там еще найти? Давайте посмотрим. Ну, еду давайте закажу. Заработали на еду. Пускай приезжает. Пацаны, я пожрать... смогли. Опа, а я закончил стрим? Блин, я устал, походу. Ладно. Пожрать. Блин, я даже не голодный, на самом деле. Как энергию восстановить? По-быстрому, чтобы не ложиться спать. Ага, у меня энергии нет. Ну, давайте поспим тогда. Я должен спать после 3 часов. Мне нужно... Опа. У меня будет шведский стол скоро. Значит, что сделаем? Давайте идем продадим. Скушаем это. Я иду продам, наверное. Товар, который в мусорнике нашел. Так, привет, мужик. Сколько ты дашь мне?
$15. Ой, да ладно, неплохо. Да, я сейчас торговал. $50 одобрить. $50 на руки. Круто. Мужики, я поднял $50 из мусорника. Причем. Мы еще пороемся. Вкусняшки. Давайте. О, забираем. Забираем. Мне, правда, энергии нет больше. Боже, толкать их могу. Так, мужик. Одобрить. Нормально. Пошли спать. Боже, новый качок в нашем районе появился. Дед качок. Это, блин, район качков и бандитов. Надо рисковать, наверное, что, блин, кто войдет и укроет мой комп мега дорогой. Я могу спать после 1 часа. Блин, ну ждем еще, не знаю. Знаете, ладно, зайдем одним глазком на сайт тот, который все вы хотите посмотреть. Так, может, я захват вырублю, а потом я врублю его, ребят. Я пока захват вырублю, что там, чтобы сайт гляну, там все нормально или нет на том сайте для взрослых. Если будет как бы все окей, я вам покажу. Он грузится долго. Так, руки под стол. Такс. Вам больше 15 лет, да? Конечно. За $50. У меня нет денег. Блин. Вот, смотрите, ребят. Тут денег стоит. Так, я посмотрю, что там следующий стоит. Нет времени. А что за бред? Порнохаб не платный. Чего не обманывают? Ладно, выходим, пойдем спать. Короче, на бабки платить, пацаны. Там вы ничего не упустили. Там нужно бабки платить. Так. Тебе холодно? В смысле? Я похрен, что мне холодно. Давайте помоемся. Так, помоемся. И сожрем. Блинчики слишком крутые. Они уже день стоят, но похрен. Так, начинаем стримить, пацаны. Денег нету у меня пока на компьютерные игры, вы мне задоните. У вас 33 подписчика. А, что, 2 человека живого зрителя? А ну, блин, собаки, залетайте. Давайте откроем сразу донатную программу. Steam Lab. Это весело смотреть во время еды. Еще было веселее, если смотрел, как я, блин, лажу в помойке. Так, поток внезапно замолчал. Расскажи забавный момент, который ты помнишь. Окей. Я потушу вам кредитную карту, которую я украл. Обещаю. Давай, мужик! Знаете, у меня уже был такой инцидент, как бы это из реальной жизни. Скажем, чувак предлагал делать на Твиче фейковые подписки, там, ну, типа, там 300-400 баксов. При этом якобы будет, ну, типа, часть этих денег мы будем ему отдавать. Я говорю, типа, как бы, какой смысл тебе это делать? То есть чувак просто предлагал по ходу ворованные квитки отмывать деньги через Twitch. Прикиньте. Жесть. Ну, я, конечно, послал его. Далеко. Так, дайте смешной ответ. Дайте серьезный ответ. Дайте смешной ответ, дадим ответ. То есть, по факту, многие ребята, типа, кто воруют карточки, они потом отмывают деньги на стримах как раз такой вот темой. Там недаром был такой прикол написан. Да, пишет лузер. В смысле? Чувак, ты мой подписчик, чё я лузер? Давайте лучше откроем музыку, которую обнаружили только. Боже, 45 зрителей. Край. Спасибо и подписной. Что это за бред? У меня 45 зрителей, 41 подписчик и платных подписчиков 10. Да ладно. У меня... Хотя сейчас у нас примерно 60 подписчиков с плюсом. И 260 зрителей, но все равно это... Как-то быстро это очень. Люди интересуются вашим мнением. Люди интересуются своим реальным мнением. Спам за $3, спам, да с удовольствием принять. Ничего не делай. Крик, покричим просто. Подписной, читаем. Так, а сколько я сейчас заработал, пацаны? Чат.
Читать сообщения часто. И? Пох. Окей. Я просто деньги собираю. Если ты никогда не тратываешь деньги, продолжаешь ли ты трансляцию? Да никогда не продолжаешь, 20 раз вам говорил. Боже, почему мне поднимается все, когда я это говорю? Ничего не понимаю. Любят зрители мудаков. Если бы я не был очень сонным, я бы посмотрел здесь. Я сообщила о вашей ленте, потому что это делает меня счастливым. Так. У тебя очень плохой газ. Я пернул громко, я это уже делал. Так, отправил по ошибке, отправь мои деньги обратно. Как это сделать? Я не знаю, как это сделать. Может, $100 я собрал уже. Люди интересуются вашим мнением. Скажи, большинство может любить. Поделимся своим реальным мнением. Подписной, вы бы организовали встречу со своей аудиторией. Так, подписной, я идет, потому что послал пожертвовать. Да? Будем мега так токсиком, мега этим говняком. Можем играть в игры вместе. Пацаны, у меня на игр бабла нету. Знаете, просто... О! Расскажем историю. Так. А, получить оплату. $16. Так, как узнать, сколько у меня бабла сейчас есть? Давайте выйдем. С компа встанем, мы реально устали. Посмотрим, что в итоге там по баблу у меня. Тебе стоит поспать. Давайте посмотрим, что по бабкам, сколько мы подняли вообще бабла. Что это такое? У вас есть новый счет, который вы должны... Че, мы эту бомжатню еще оплачиваем? А где оплатить надо счет? Билкорп. Какой нахрен Билкорп? Скоро приедет. Будильник. А, это фонарик на телефоне. Это странная тема. Автопомощь. Так, я не знаю, понимаете, давайте посмотрим, как сейчас оплатить. Наверное, на компе надо будет сейчас сесть, оплатить за хату, а то нас выселят. Так, ну ладно, я посмотрю сейчас контент, если деньги солью сюда, пацаны. Сорян. Так, купить. А, стойте, не хватает накрытки. Сейчас на критку закинем деньги и сюда пойдем. Такс. Как там это делать? Через телефон. Пойдем энергию восстанавливать на Зурнхаб. Так, какой отдых, чувак? Мы идем на веселый сайт. Там лучше всего отдыхают люди. Так, я захват экрана вырубаю, пацаны, чтобы вы это не смотрели. Так. И? Что за бред? Что, серьезно? Вот, пацаны, смотрите. Меня развели! Меня, мать, его развели. Я отдал за это $50. Посмотрите на анимешек. Так, давайте посмотрим дальше, может там что-то будет. Сейчас я вам закрою. И все? Вы что, издеваетесь? Это все? Еще раздел с мужиками? Что это? Вы обманщики, дружите, мечты. Какие нахрен мечты? Там что есть, я закрою. Там все анимешки, блин. Что за срань? Я, блин, что, вам хентай смотреть пришел? О боже! Что за нахрен? Это самое лучшее. Я $50 отдал за это. Ты самый оголенный мужик из всех. Да, Зорнхаб. Просто мечта анимешника.
Блин, теперь не знаю, как успокоить своего змея. Ну все, он теперь не опустится до конца дня. Да блин, харе взламывать мой комп! М, Т, Ф, Р. М, Т, Ф, Р. Так, это спать, короче. Мы насмотрелись типа таких прикольных этих картинок, теперь можно поспать. Это ожидание реальности. Да. Ожидал я там, что будет получше, покажет мне. А там, блин, какая-то гадость. Холодает, ребят, что-то немного сожрём. Ой, мне похреновило. Ладно, похрен. Так, открываем OBS. И купим какую-то игру в Стиме. Контур Струки. А сколько он будет загружаться? О боже! Ладно, запускаем стрим, а на концу стрима я расскажу о том, что я закачиваю КС-ку. Потом буду стримить ее в качестве 1044p. Так, пацаны, возвращайтесь. 16 подписчиков есть уже. Неплохо. Открываем также наш любимый Steam Lab. Пацаны, вы где? Пусть поток начнется. В смысле, начался? Легенда возвращается, всем привет. Красивые девушки добавляют меня. Я тоже, ребят, знаю, где красивые девушки есть. $50 за неделю подписки я заплатил. Давайте подарим маме зрителя очень креативную фигню. Так, я так скучаю, вот. Что-то доников нету, пацаны, где доники? Так, глупая идея. Я замерз. Да похрен, что ты замерз. А где мне одежду купить? Ты выглядишь как мой брат. Я... И есть твой брат. Так. Почему? Да надо, нет, все, ребят. Стримы заканчиваются. А где мои зрители? Я одно не понял. Эй. Ярость. Что-то вообще со зрителями все плохо. О! Так, Steam Lab. Вы делаете потоки, которые будут разгонять нас. Это должно иметь цену. Подписной. Ладно, еще подписчик есть. $3? Отдай... А, $10 минимум. Так, неправильно использование... Знаете, отличная идея, скажем. Что-то вообще что-то плохо сегодня. Это стрим запустился. Токсичность стрима 102%. 105%. Забаним его. Я лучше бы разговор о ее матери был бы. Очень интересный стрим. Можете представить продукт, который вам не нравится за деньги? Я делаю все за деньги. Я машина для зарабатывания денег. Боже. Пацаны, видите, где я живу, блин? Я, мать его, сру прямо на месте, где работаю. А вы мне рассказываете за деньги. Напали бы в этот ад, где я был. А, прикольно все. У тебя очень плохой газ, да, я пержу, ну, как я обычно пержу, когда у меня плохой газ. Так, Steam Lab. Все? Если ты никогда не зарабатываешь деньги, продолжаешь ли ты трансляцию? Нет, я уже говорил об этом. Так. 40. Че, все? Надо название стрима переназвать. Да, но мы очень мало зарабатываем. Как я выберусь с помойки, пацаны? Что там со Steam, кстати? Он закачал игру? Общение в чате о популярном человеке, который тебе нравится. Скажи, что ты его не любишь. Так. Боже, да ладно. Я когда Counter-Strike страка закрываю, Counter-Strike, то она не качается. Блин. Очень умная шутка. Странно, почему меня не любят ребята, и походу доников нету. Все, доников не будет. Вы когда-нибудь воровали? Никогда!
Какая марка клавиатуры? Бомжи. Клава. Блин, не успел зайти, что бомжи клава. Так, погнали отсюда, короче. Мне, наверное, нужно, ребят, по помойке пошариться. Знаете, на самом деле, игра довольно-таки интересная в начале. Дальше вот сидеть на самом стриме не так интересно. Очередной нарик. О, ушел. Может, это поедем? Давайте это поедем. Прошу. Ах, там энергии нет. Надо, наверное, отдохнуть. Давайте отдохнем, наверное, поспим и поедем куда-то в город. Нам не будем стримить 24 на 7, надо отдохнуть и в городе поездить. Посмотреть, что там да как. А то... Там Counter-Strike качается или нет? Давайте откроем Counter-Strike, пускай она закачивается, мы поедем куда-то. Только опять гиг скачала. Поспим. Блин, я не могу спать после 2 часов. Не совсем понимаю, что это означает. Почему, типа, после стрима нельзя спать, что ли? Туалет, я все, не всем понимаю, зачем мне туалет нужен, у меня есть свой. А давайте помыться даже нельзя, у нас не хватает энергии. Да ладно. О, постер, кстати, а чем мы его не повесили? Давайте повесим постер. Так. Ого. Вот так сделаем. На веб-вебку будет докупить, наверное, в будущем. Давайте поспим. Купим веб-вебку и поедем. Блин, еще час ждать. Что за маньяк поганый? Так, двери закроем. Все-таки бомжи не вторглись ко мне. Ладно, ждем. Брат, всем не... Ой, мне в туалет нужно, пацаны, я забыл, ё-моё. О нет, да не снимай парашют, ты посрать должен. Все, высыли все, что могли. И забыл, что сать надо, пацаны, это жесть. Так, раз, два. Поесть. Ладно, пока. Поехали на машине, там топлива, надеюсь, хватит. А, слушайте, давайте продадим сейчас мусор, который мы достали, и поедем. Привет, мужик. Новый товар подъехал в мусорниках. Сейчас проверим, другие города какие там есть. Так, садимся. Опа. Что такое она? Что такое она? Топливо вроде бы у меня есть. Давайте посмотрим, куда ехать лучше. Да не, нет, откройся. О, так на первый город, есть второй город. Посмотрим на второй город. Блин, мы должны билд-корпорация куда-то оплатить деньги. Нам надо посмотреть. Нормально все, пацаны. Все нормально, не парьтесь. Блин, а может лучше не ехать, потому что у меня бабок не будет, я потом не вернусь, у меня топлива не будет. Опа. Школьный автобус. Ладно, я еще не еду, потому что я боюсь, что мне не хватит топлива.
Короче, машина у меня бронебойная, я понял. Просто Бэтмобиль для стримера. Родила, ты сейчас осуждает опасное вождение. Ой, блин. Пацанчик, я не хотел. Че, серьезно? Всем насрать? Боже мой! Стример Трояка убийца! Я не знал, что их можно сбить! Оживи, мужик! Все нормально? Ладно, пойдем, типа мы не знаем. Покинем машину такие. Та-тара-тара-тара. Чувак, а ты видел, там что-то плохо стало пацанам? Копы? Копы! Там копы уехали, вы видели? Там копы! Ладно, иду закажем. Дайте посмотреть, сколько нам нужно оплатить. Кэска не докачалась еще. Да вы че? Кэска еще качается. Черт. Так, ладно, нам нужно еду заказать. А, учитывать оплатим. Оплатим все, точнее. Надо новую тачку купить, потому что старая тачка уже в розыске, по идее. Что забился? Это все спасает, я ничего не знаю. Это в этом опасном гетто-районе кто-то украл мою машину и сбил бедолаг. Ай-яй-яй. Отлично, $15 у меня осталось. А за $15, так ладно, я стрим запускаю, потому что пацаны мне бабки нужны. Убил людей и стримли, да? Так, погнали стрелять. Пацаны, давайте, давайте. Что за музыка? Кто тебя хвалит? Спасибо, вежливо. Боже, какая музыка. А она это? Что за музыка? Говорите с прошлого, говорите с прошлого, давайте. Опа, $20. Муза решает. Эй, как закрыть эту хрень? Блин, это закрыть. Нет. Ладно. Чё? Мир плоский. Стример равно идиот. Так, спасибо. Стримлаб. Новый подписчик. Пока неплохо идет, пацан, на самом деле. Кто-то говорит, что ваши атаки похожи на дерьмо. Давайте спокойный ответ. Край, 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 подписной. Спасибо. Деньги идут. Блин, боже, тут такой бред показан. На 48 человек, если так подписывается. Общение в чате о популярном человеке. Он хороший человек, скажем. Похрен. Пожертвовать, пожертвовать. Окей, читаем. $30, это неплохо. Я лучше не закрывать стримлаб, пускай он будет скрытый. А мы в Steam посмотрим. Кэска. Да закачайся, Кэска. Тренд потока. Расскажем историю лучше. Боже, у нас онлайн растет. Есть люди, которые говорят, что твой разговор скучный. Вежливо уволить их? Не, сменим тогда, давайте так вот. Так, я очень голоден, я должен есть. Да похрен на еду. Ваше следующее слово должно быть ненавистно. Опа. Тренер так сказал, потому что фигово в итоге вышло. Так, некоторые люди говорят, что им скучно. Птися как клоун. Так, подписной. Это весело, смотрите, время еды. Как поток дерьма, спасибо, мужик. Сделайте что-нибудь, чтобы развлечь аудиторию. Музыку открою. Блин, не вышло. Так, все, я устал. Пускай музыка играет.
А, ой, блин, я сейчас сдохну с голода. Так, мороженка, нам нужно в туалет сбегать. Если в туалет сходим и закажем еду еще. Так, что касается... О, нет! Нет, Моник, не надо. Чё? У меня Моника нет больше. Они есть. Моник просочился через экран. Точнее, через этот. Может, предлагаю быть бомжом, который питается на помойке. У меня осталось $13 всего. Окей. Так, нам нужно искать еду по любасу. Я не включил его. Может, долго врубается, конечно. Дима, пора сравнить Майнкрафт хотя бы в игре. Нифига себе у него комп, он запомнил даже, какая музыка была. Так, пускай эта музыка будет. Закажем еды по эту музу. Так, банк Билла пускает в жопу. У меня бабок нету. Я скоро по мусорникам буду лазить. Зато мы можем... Закать еду и посмотреть ютубчик. Вот, давайте ютуб смотреть на стриме, а чё нет? Да КС не скачалось. Блин! Там закачка КС-ки была. Пожрём на... Нет! Я только деньги положил, да сука, достал грабить меня. М. Т. З. Ф. Э, Т, З, Э. Хрен тебе, а не мои бабки. Так, выпить надо. А теперь закажем круассанчики вкусненькие. Так, встаем. Идем, давайте поспим, ребята. Сейчас как приедет. Боже, я, блин, полумертвый. А что, интересно, копы что, забили болт? Я там людей вроде бы задавил нечаянно. Где моя еда? Где моя еда? О, еда. Ни хрена себе, я хотел поспать, они еду доставили. Самая длинная доставка. А печеньки возьмем на стол, положим их, съедим позже чуть. Так, что, ребят, давайте посмотрим, сейчас я топчик полазим на стриме. Напускаем стрим. Так, поток стартовал, пацаны. АСМР. АСМР, блин, давайте поасмрим. Эй, я хочу поасмрить, чего вы гоните? А, я не готов сейчас, ну ладно. Тогда Steam Lab откроем. Поток передачи видео, ладно, похрен. А теперь заходим на нет, давайте посмотрим. Так, харе. Конечно, с моим браузером это жесть. Люди увидят, пока я буду грузить что-то. Ничего, мы скоро догоним наш реальный онлайн. Зутуб. Так, вот здесь я как клоун. Как клоун. Тогда энергия кончается из-за этого. А, я могу ролики загружать. Я думал, смотреть можно. Нету роликов. Ой, да, можно стать еще ютубером, а не только стримером. Ну, в том плане, заливайте видосики. Так, а что за лошади? Давайте на лошадок посмотрим.
Самая легкая работа в мире, ненавижу тебя. На самом деле стрим — это нифига не легкая работа, и те, кто пишет так, это ошибаются. Давайте на синих поставим. Синяя, давай! Ну давай же! А что смотрел с лошади? Почему она не едет? Едь! Я очень умный ребенок. Окей. Да, красные выиграли. $27 на ветер. Гады. О! Игнорить их. Это неправильно, по идее. Читать, читать. Вин Петрол. Я скоро подпишусь. Боже, у меня реально очень дофига подписочных зрителей. $44. Неплохо. У меня токсиков дохренище просто, смотрите. Мне может надо модерировать чат? Сабмод! Вот так вам, твари! Сабмод влупил. Так, перданем, как обычно. Как его забанить, этого гада? Неудачниками называют. Гады. Чё-то нет токсики. У меня походу, блин, Карина какая-то стримерша. Это не токсики у меня. Да хорэпс, это неудачник. Даже как забанить чувака. Надо было громкий пуп сделать, ладно. На самом деле, еще маленький выбор. А на стриме что можно сделать? Так, что там с КС-кой? Давайте посмотрим. Как запустить игру? Ну, зато онлайн растет, это хорошо. Ну, КС-ка так и не загрузил. Точнее, не поиграл. Давайте, может, игры поставим в следующий раз. О! Counter-Strike. Ванвы, Counter-Strike. Начало рейтингово. И? Нормально. В Counter-Strike зашли. Один день воровал. Боже мой. Антитеррорист. Боже, у меня лагает! Как это играть? У меня 8 FPS! А. Боже! Я нагнул 8 FPS! А. Черт! Russian! Блин, как реалистично! Это же ассаут! Ага! Твари, 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 8 FPS! Я одного убил! ФПС не помеха, кто там жаловался? Ждите окончания раунда? Охренеть, пацаны. Да, тебя хватит. Спасибо, вежливо. На, музыку вырубите. Сука, золото. Так. Как музыку? О! Мы проиграли типа раунд первый. Надо оружие, наверное, купить получше. А, у меня патронов нету! У меня патронов нету! Я же не купил их. Я завалил его! А! Давай потанцуй! Блин, сука. Ну ты видишь, что FPS низкий. Я музыка громкая, я знаю. Я не люблю выбор, кстати. Ждем окончания раунда. Давайте, пацаны, тащите. Я одного убил, одного накоцал. Чего вы не можете выиграть? У меня 8 FPS, и я делаю минус. Сейчас.
Блин, прикольная игра сделала, на самом деле. Пацан, тащи! Это мои братаны. Давайте, пацаны. Боже. Вообще глаза не болят. Yes, мы выиграли! Давайте что-то купим. М-ку. И броню. На броню не хватит. Не хватит, ладно, с М-кой пойдем. Какой я крутой. Минус 2. Эй, сейчас сделаю. Ай, сука. Кемпер поганый, кемпер. Ты должен рашить, а не я. Ну че, я думаю, наши выиграют. Мы сделали минус 2 и одного коснули. Да ладно. Да убить этого кемпера сраного. Чего он тут стоит, ждет? Что ты ждешь? Мужик, а что ты держишь пистолет, как будто у тебя автомат? А скажи, а я сейчас стримлю или нет? Или я просто играю в игру? Victory. Fight. Ой, я в небо стреляю. Ладно, пошли с калашом, у калаша больше патронов. Сейчас мы будем всех расстреливать. Эти двое. Отдача! Отдача! Боже мой, это оружие ужасное. Давайте, пацаны, тащите, мы должны выиграть. Как мы проиграем? У нас минус 3 уже. Ну, это нифига отдача. Тяжело контролить, когда 8 FPS. Там кто-то думает, точнее? Так, пацаны, мы проиграли. Давайте что-то такое подешевле. О, десерты я их уложу. И с броней, смотрите. Погнали. Я мастер десерт игла. Все это знают. Я что, не убил его от десерта? Вы что, издеваетесь? Боже, они падают. Долго. Последний раунд, мне 7 холдсов. Чёрт. Это лагает. Так делаем, чтобы мышки не... Двери простреливаются, он должен сдохнуть. Ха-ха-ха! Мы выиграли. Или нет? В смысле? А как мы не выиграли? Как мы не выиграли? А сколько вообще людей? Я что-то одно не понял. Я убил уже троих и еще одного... Ничего не понял. Сейчас бомбу заплантают. А чем они победили? Ничего не понял. Читеры поганые, они не дали нам победить. А вот он, вот, зараза. Так, погнали, я думаю, что мы выиграем. Тут полюбасу. Последний раунд, пацаны, если мы выиграем, мы апнем по рейтинг. Если проиграем, то дегрейднем. Где Вова? Поехал отдыхать, он будет либо завтра, либо послезавтра. Victory. Yes! Я получил 28 очков ранговых. Нет! Ну хакер достал. Можно написать защиту от хакеров? N L E X N E. Ой, нет! N L E X. Тряцкая. Блин, просто вор уровня бог. Так, давайте встаем, что у нас там по еде, по всему остальному. Печеньки съедим. Пасы. Дважды пасы. Помоемся.
Закажем, наверное, сейчас еду. Так, закажем еду на завтра, чтобы было. А можно сделать ежедневную доставку? Или я еще не настолько, типа, богатый и популярный? Не-не, пацаны, я не хочу на ставки играть. Там стрим такого тубзика, чисто жизнь. Да, вы что думали? Я прям, как бы... О, у меня три есть предложения. А что за предложение на почте? Что-то интересно, по идее. Давай, открывайся почту. Че? О, знаете, что, может, сделаем подписку себе в этом? Не подписку, как называется? А на партнерство подадим заявку на Твиче. У нас 100 зрителей уже есть. То есть вполне должны дать. В блендере. Дима, когда на то выходит 8 FPS. Да, пацаны, еда стоит $30. Я в день жру по $25-$30. Так. В процессе утверждения. Так, ладно. А можно деньги забрать с Твича? Ладно. А, еду заказать, последнюю еду заказываем. Я бы себе нетку-то купил помощнее, ну, либо комп, потому что слишком долго грузится страница. И, капец, мы так долго ожидаем, пока загрузится реально одна страничка, это неудобно. А, давайте... Фудшоп. Рад, купи нормальный интернет Fastnet. А, да? Давайте. Стой, ты устал, нам нужен интернет, потому что я с этим интернетом, блин, повешусь. Пожрём на... $30. Так, а сколько еще денег на счету? Ну же, $100 всего. Так, Fastnet, да? Надеюсь, нам не придется платить каждый месяц за бешеные бабки. Там долларов 20-30 было бы норм. О, еда пришла. А... Блин. Турбо, короче, надо взял какой-то. Самый крутой. Так, это там жертва прибыла. Это оставим на завтра, надеюсь, не торванусь. Один день оно... Мне на холодильник бы закатить, ну... Откуда вообще деньги на холодильник возьму? Что-то зрители мне донят мало. Точнее, я даже не знаю, что зрители донят мало. Они донят до хренища. Но на самом деле проблема в том, что... Какого-то хрена еда, интернет, дом... Стоит дороже. Так, давайте посым сейчас в туалет и начинаем стрим. Хотя, может, было начать стрим с того, что я ссу в туалет, типа. Людям такое нравится. А, запускаем. В КС-ку я не пойду, потому что КС-ка лагает жутко. Так, запускаем ОПС. Сейчас чатим. Давайте. Ой, лагает. Ладно, мне комп, походу, не тянет. Какой минус 2000? Так, реальное мнение. Ничего не понимаю. Так, стоп, стрим, что-то не понимаю, что-то забагало у меня стрим. Я же нет купил новый! Суки!
Так, сейчас мы всех зрителей потеряем. Что за нахрен происходит? Ладно, мы не можем, вряд, ничего делать. Давайте так запускаем. А чё потеря... О чем? Так. Ладно. Встаем. Я перезапустил комп. Знаешь, что я сейчас сделаю? Поганый комп лагает, блин. Сука. Сейчас, ждите, мы еще немножко поработаем с ним. На тебя, тварь. Так, может, лайт перестанет? Сейчас проверим. На тебя, мужик, комп. А, еще знаю лучше. Как решают лаги, когда комп лагает? Че, машин нету? Машины? Не хотел под автобус кинуть какой-то его. Че за бред? Где машины? Ладно, положим, подождем. Ладно, машины не едут. Посмотрим, как он будет работать после этого. Пацаны, ловите, играем бы. Блин, на стримите так, на телефон только. На теле... Качок, лови. Ладно, погнали домой. Он, никто, ему всем фиолетово. А на самом деле они бы украли сразу. Так, ладно, погнали. Все, побегали, немножко размялись. Врубаем комп. Надеюсь, он заработает. Работает. О-о. Да, запустился. Ура. Это апгрейд нельзя, можно комп апгрейд. Просто для апгрейда нужны деньги. А я деньги все на еду трачу. Так. Запускаем. Так, все, лагать не будет. Блин, он все равно лагает. О! Ладно. Так, он очень хороший человек, скажем. Погнали, короче, стримить, нужны доники. Так, у них есть $27 задонили. Чувак, хорош. Категория 18 с плюсом, да. Давайте. О, ребят, давайте постреляем 18 с плюсом. Так. $17 каждый день. Ну, хотя похрен. Нормальная цена. $17 сейчас еще на нет будем сейчас отдавать. Я еще любимого стримера, там кто-то пишет. Так. Пацаны, давайте больше, чем больше доната, тем более безумные вещи буду показывать. Давайте на ZooHub заходим. О, отлично. У меня токсичность стрима просто зашкаливает. Да. Смотрите, пацаны, что мы будем смотреть сами. О, да. Какие красивенькие анимешки. Не смотрите этот поток. Конечно, плохой поток перед нем. Пацаны, смотрите. Видите? А такое бы забанили меня. Так. Еще забани. Нажмите F, чтобы забанить. Кнопка F. Так, еще забанить того лузера, кто пишет. Сейчас мы токсичность уберем. Блин, ну где он пишет? Твой король пришел. Как тяжело забанить чувака. Можно модера кого-то сделать?
На тебя, тварь, ответим ему в грубой форме. Дальше смотрим. Так, кто тут? Я ему чувака звонит, который утро пишет. Да харе, дайте бан ему, твари. Как этот ему бан, он бежит. Невозможно управлять потоком. Забанили. Любимая эмоция, лу. Это не поток, это мусор, на тебе. Я ненавижу все глупое стадо. Позволяем 18 с плюсом. Мы смотрим. Мы порнохаб смотрим, пацаны, какие, блин, мать его 18 с плюсом. Так, можете ли вы представить продукт, который вам не нравится за деньги? Я все делаю за деньги, скажу. Я был бессонным, какие-то странные какие-то разговоры. Зрители пока растут, надо банить, короче, тут гадов. Не, я в баню, походу, всех подряд. Я просто в баню всех. Так, красивые стримеры, поговорим об этом. Так, что там с донатом? Подписка, подписка, подписка. Блин, что-то денег мало на самом. Я говорю, смешной ответ. Мне уже я максимум по смеху. Блин, я свой, ребят, стрим не успеваю модерировать. Надо еще это модерировать. Вы что, прикалываетесь? Перданем вовсю. Я 54 платных подписчика. Неплохо. Так, давайте, наверное, перейдем на... Черт. Нет! Сука, ладно. Не так мы $20 за стрим, который я заработал, который я дам за инет. Он пытается украсть. B, F, V, P. B, F, V, P. Было прикольно, если я ворвал его деньги, когда он бы фейлил. Давайте поговорим о дерьме. Понятно, пацаны. О дерьме никто не любит разговоры. Я все делаю за деньги. Что-то вообще не повышается, нифига. Блин, еще новый комп себе собрать, пока я скуп поиграть. Так, выходим с порнохаба. Я устал сам по себе. Надо похавать, наверное, давайте пожрем. В туалет сходим. И помоемся. Я думаю, еще по мусорникам полазим, давайте. Я так понял, что способ зарабатывать на мусорках выгоднее. А ну, девчонка, подвинься. Тут вкусняшки меня ждут. О, бутылка воды. Вкусняшка. Пошли дальше. Мужик, не пялься обдолбанным в мой дом офигенный. У меня самый крутой дом в этом районе. Тут еще какие-то фанерами закрывают окна и двери. Все, я устал. Привет, мужик. Я принес тебе вкусняшки. $44, пацаны, блин. Это лучший способ зарабатывать. Я на стриме зарабатываю меньше. Родина, посмотрите, причем новое железо. Боже, пацаны, там такие цены, сейчас вы просто офигеете. Там мой системник стоит $800. Даже после того, как я его покидал в разные стороны. Так, а смотрите, мышка стоит $300. $700 эта мышка стоит. Вот, моя мышка стоит $60. Это 120 обычная. А что такое AMI? Zintel? А может, просто поменяем? Это видеокарты. А, так, кстати, не так дорого. Блин, ну она недорого стоит, сам комп по себе. Блин, а недорого, это что такое, системник новый? Вот, давайте еще поработаем, сейчас и купим, да ладно, там цены не такие большие, пацаны. Знаете, я думал, там подороже будет. Очередной нарик, иди отсюда, наркоман поганый. Ты,
комп тебе кину в лицо, если будешь стоять. Так, ладно. Мышка стоит дороже, чем видюха. Ну а вы думали? А вы, ребятки, думали? Так, давайте, наверное, посым, помоемся и закажем еду, наверное, после этого. Я же все съел. Садимся за стрим. Так, пацаны. Напускаем ABS. Самое интересное, я там что-то банил токсиков, но у меня отлично с чата. Просто бешеная. Так, давайте посмотрим. Хайловер, что это такое? Давайте выберем левый вариант. А что это такое? А, так я бомж. Нифига себе, как тут дорого все. 100 баксов и мало, прикиньте. Чуть мало людей пришел на стрим. Пошутить. Так, фрилансер. А может, фрилансер это работа, по идее, да? О, давайте посмотрим, какие работы есть вообще в игре. Может, поработаем нормально. Не будем по помойкам лазить. Как и любая профессия. Опа. Че это такое? Карьера. Так, давайте это выберем, левый вариант. На самом деле, эти варианты выбирать уже неинтересно. Читать их повторно, потому что оно одно и то же, на самом деле. Так, доники пришли там. $3, конечно, не густо. Deep Web. О, глубокий нет, там где хакеры, короче, достают. Может, что-то купим себе против хакеров? Заткнитесь, смотри на меня. Скажем. VPN. Понятно. Давайте сейчас VPN-ку закачаем. Ладно, я понял. Мне надо VPN скачать. Иначе не сможем залезть. Так, приложение, оно пока тут. Странно, а что мне это все равно лагает? Я то типа обновил вроде бы нет, а у меня так лагает долго. Страницы грузятся. У меня максимально крутой нет. Так, о, АВС скачаем бесплатный. На самом деле выборы одни и те же выбираешь, то есть потом уже. Так, я замерз, похрен. Неплохо. Все проги мы закачали, которые нужны стримеру. Так, а что в плане донатов? О, доники неплохие. Блин, $18, это только на инет хватит. Так, мне нравятся артистические фильмы, мы ответили. И давайте... Вот, Workers, говорят, там можно нанять каких-то модераторов, типа, якобы, это, ну, не знаю, это правда или нет. Просто я средний нет, проверь. Сейчас я зайду, короче, нет закажу. Правда, с деньгами, видите, туго, что-то стримеров мало. Еще покупают модераторов, хорошая true story. Это в день? Боже, это прокат модератора? Что за нахрен? Этот чувак вообще знает, как работает? Кто делал игру, как работает стрим? Еще мы остановили стрим? А, я сдох, походу, там уже. По выносливости. Ладно, закажем еду. Сколько у меня денег вообще на карточке есть? Ого! $30! Так, пацаны, все, веселуха. Заказываем себе сейчас жратву, так, пожрем, блин, по-нормальному. Спид-тестом проверим инет сейчас. Потом закажем еду. И потом купим себе какую-то новую часть компа.
я лучше проц какой-то помощнее куплю. И сделаем повыше ФП. Ну, типа, чтоб... Так, что-то у меня нетка реально хреновый. Я походу говно нет на поменять его. Это так, стоп, Монарта нам платят? Да, в этой игре платят, оказывается. $30, нормально. Так, я заказал, типа, подороже диамантовый. Так, еду заказать надо еще. Давайте еду закажем. О, Авест. Диск цел, у нас здесь, да нету его даже. Пускай сканирует, а мы пока в нете полазим. На $30 еще осталось. Так, еда. Где-то фастфуд. О, нифига себе, надо другое дело. Наконец-то, по-быстрому. Печеньки давайте, вот этот круассанчик. Нормально, на $20 закажем еды. Наверное, будет холодильник еще купить в будущем, чтобы чувствовать себя хорошо. Пока у вас... Сколько вирусов? Я думаю, что мне ломали каждый раз. Вирусов просто миллион. Так, давайте поспим. Блин, еще час. Ладно, сходим в туалет, потом помоемся и поспим. Блин, ладно, комп, тогда уже проверим они. О! Жратва. Как вылечиться, интересно? Я пончик оставлю на утро. А, помоемся как раз. Не знаю, как здоровье вылечить, у меня что-то какие-то проблемы. Да ладно, еще целый час. Ряд на помойку сходи. Блин, точно! Я мог на помойке поднять бабла. Черт, где поднять бабла? На помойке всегда. Так. Ну, почистили. А, стримить. Давайте еще постримим, деньги насобираем и сегодня купим новый комп. Все. Так, запускаем стримчански. Пацаны. Давайте доньте на новый комп. И у вас на... О, майнер, а что такое майнер? Вот так только для чата. Странно. Так, откроем инет. Это еда, ребят, пацаны, которые я заказываю. Скин-кейс. Что такое скин-кейс? Может, поиграем на скинах? Боже, как прикольно открыть. О, да. Это, конечно, дерьмо развалить ребят. Давайте откроем кейс. Выпало, я не вижу. 47! Да, мы подняли, пацаны. Что выпало? $8. Ладно, еще раз откроем. Гребаные кейсы. На самом деле, ребят, все, кто открывает кейсы, почти процентов 99, наверное, уже все. А они типа сотрудничают с этими сайтами, которые... Ну, у них, короче, аккаунты подкрутку имеют. Поэтому... Меня, в отличие от тех чуваков, которые открывают, у меня все честно. Нифига не подкручено. Хотя, блин, это странно очень падает часто. Боже, $6. Я нифига не выиграл еще. Я не могу это качество на стриме повысить, у меня лагает. Блин, а можно что подороже? Я так и не поднял нифига. Что у меня, знаете, все стоит на месте. Ой, донаты я забыл, пацаны.
Ого, нифига себе, по деньгам неплохо. Сегодня $40. Хотя с помойки 50 достал. Так, 47, неплохо, нож выпал. Ой-ой-ой. Не, не майнер. Чё? Сколько реклама стоит? Вы чё, пацаны? Не-не-не. Блин, надо сказать, что... Ладно. Билборд — это фигня какая-то. О, нож. $3? Это чё за хрень? Ладно, к черту. Вася, этот кейс откроем один. Короче, мы остались при своем, при своих деньгах. Забираем оплату, ребят. И, наверное, стоп стримчански. Пошли себе покупать. Мне холодно. Скушаем. Так, наверное... О, нет, это, блин, какой-то туалет. Мы не идем туалет с собой нести. Мы идем купить новые детали для компа. Так, поссали. А, сколько денег на счету вообще? Что-то не густо, $370. Ладно, знаете, что для этого надо? Че сборишь, мужик? Я ищу еду. Это выгоднее, чем на самом деле стримить. Я понимаю, что звучит странно, но это реально выгоднее, чем стримить в этой игре. Дима, купи камин на Амазоне. Камин на Амазоне? $37 на халяву. Та-та-тан-тан. Так, у нас на... Я могу потратить $300, ребят. $30 можно спокойно тратить и не париться. А что, тачку не забрали копы? О, так, пацаны, у меня машина еще есть. Мы сейчас поедем, потом погуляем по городу. Там пару трупиков, конечно, есть. Так, чтобы купить себе. А почему я третья? Есть что-то покруче? Может, заказывать надо лучше проц? А на что у меня за проц? Я вообще даже не знаю, может, у меня лучше проц. Что-то процы какие-то дешевые, по $150. Может, на сайте заказать лучше, посерьезнее что-то. Что там на сайте вообще можно? Эй, я не могу выйти с габеновской лохотрон. О, так. Да, блин! Я же удалил все вирусы. Ладно. P, N, G, Y. P, N, G, Y. Тут какой Лукас вообще, блин? Что он хочет от меня? Так, мне нужно было пойти на Замазон. Что это за просто такой странный? Какой дорогой. Блин, ну дорого. Давайте купим себе проц. Может, для видяху купить. Почем видеокарты? Это моя, кстати, видеокарта. $78 стоит. Блин, не знаю даже. Это мой проц, 2 гигабайта. Черт. Да я ничего хорошего не куплю. А в чем разница между ними? А, то еще и материнки нужно правильно выбрать. Ну, отлично. Не, пацаны, мы с такими деньгами ничего не сделаем. Ладно, к черту стримы. Я предлагаю завтра бомжевать и лутать бомжатни. Пошли спать.
новая жизнь, жизнь бомжа. Это выгоднее, чем стримы. Ну вы, кстати, ничего не понимаете. Когда ты копаешься, как бомжик, в помойке, это приносит деньги. Может еще быть удача, когда дорогая, а дорогой какой-то лутецкий. Это как open case, понимаете? Только там в open case вы открываете на сайте какой-то кэски, там какое-то говно. А здесь вы получаете реальные вещи. Лучше, чем open case. Ну, видите, неудача. Вот, типа, не повезло мне. Походу, надо помыться. Это лучше Рязань. Да я там не знаю, что взять там. Там проблема в том, что мне материнку нужно будет менять. Я не хочу менять материнку. Да блин. Чего я мечты хватаю? Так, давайте помоемся. Иду продам сейчас товары, я поссал там. Сколько мне денег получили в итоге? Давайте посчитаем. Мне кажется, я хорошо поднялся. Так, привет, мужик. Супер товар для тебя. Элитный. $12, 21, 38. Вот уже были. Блинский. А мусорники сегодня не обутаешь. Ладно, давайте посмотрим, как поболтали мусорники. Мне надо камин закупить. Ладно, я потрачу деньги на камин, потому что мне холодно. Я так понимаю, что я могу умереть, по идее. Давайте на Amazon заходим. Так, мышка, нет, давайте какой-то камин там. Чего, блин? Серьезно? Серьезно? Вы чё, чё за цены? Ладно, я закажу тогда. Ну, давайте поставим стрим сейчас. Я расскажу, насколько мне хреново живется. Я сдохну, как собака. Привет, мужики. Мне нужны ваши бабки. Проверяем комп на вирусы еще раз. Так, просто вот всякого говна открыто. Так, агрессивно от этому ответим моему парню. А сами пойдем, давайте. Блин. Ну смотрите, вот реально, я получил 40 баксов, мать его, с этих, с помойки. Сколько я получу знатов? Давайте посчитаем. Я буду все собирать, а потом уже заберу деньги. Красивый стример, давайте. Возьмем. Вариант. Так, донатик. Странно, что подписка... О, хотя, а что там с подпиской на платный... Я платный саб должен уже стать. Боже, там доника. Так, блендер. Давайте посмотрим на блендере. О, рекламу может поставим на блендере. Что так долго, кстати? А, 5000 должно быть. Ни хрена себе, тут жестче условия, чем на Твиче. Я спалил, о. Да, бабки. Хотя мало, конечно. Мышка зрителей. Так. Блин, я не могу банить, их так много. Худший стример в истории. Да пошли вы нахрен, твари. Я не худший стример в истории. Давайте сидим с чатиком. Донатики. Ой, $28, все неплохо. Возможно, в этот раз мы... у нас все рекорд, походу, по онлайну. Мы уже все обогнали, ребят, реальный стрим по онлайну. Самое смешное. А, все, мы по потоку сдохли. Так, смотрим, сколько мы собрали бабла на донатах. Чуть больше, чем с помойки.
Блин, надо пожрать что-то и заказать. Придет холодильник, я думаю, можно много еды заказать и не париться, потому что холодильник скоро будет. Так, холодильничек. Точнее, еда. Давайте вот печеньки. Все, вот, закажем мы сегодня, блин, холодильник получим, будет где хавчик хранить. 50... Боже, я потратил все бабки, которые заработал на еду. Ладно. Так, я иду спать. 2 часа еще. А чем заниматься 2 часа еще, после того, как ты постримил? О, точно. Давайте деньги переведем на карточку. 251 доллар. На самом деле не так плохо. А, кстати, мы еще, ребят, не оплатили с вами, на, ну, типа, за... Так, жратва. Рай. Да хера замерзать. Так, сейчас надо, когда будет холодильник, закинуть туда всю эту еду. А она потом не травануться и не сдохнуть. Я что-то многовато ряд заказал еды на самом деле. И сегодня праздник, прям когда холодильник приедет. Еще и суп. Суп надо быстрее схавать. Он долго не простоит. И очко. Блин, я не умею даже кинуть лицо. Да, пончик. Так, ладно, отнесем его. Блин, офигенно сколько еды. Типа сын. Помоемся. Вот, 2 раза надо посадить, да ладно. А что не так? Что это так слабо ссу? О! Все, ребят, сейчас холодильник приедет. Поставим холодильник. Боже мой. Ого, какой я качок. Где его передок, вот. Ого. Да нет! Я его ставил полчаса. Черт. Что в холодильник? Чего так странно ставится? Такой зазор, что я зайти могу еще. Эти вещи в холодильник возьмем. Все, выгружаем. А, все в холодильник. А, нормально. Только не понял, куда маффин делся. Окей, давайте постримим, наверное, пока. Мне холодно, надо деньги заработать. Не только на... Типа... комп, надо еще и на обогрев. Ой, да ладно, можно сделать систему для майнинга? Офигеть. Ладно, вырубаем пока. Так, запускаем стримчанский, ребят. Поехали. Ну пока игра прикольная, на самом деле очень прикольная игра. Тут у меня мега токсичный чат. Просто говно меня поливают, типа я мистер дерьмо. У меня 400% токсики. Не знаю, как это... Буду банить сейчас людей, короче. Давайте сейчас побаним всех людей нахрен. Просто будем все эти банить людей. Ой, не того, я не того забанил.
Всех баню. Я просто всех баню. Боже, есть люди, которые не обсирают меня? Ой, я не того забанил, кажется. Ну ничего. И надо как раз банить. Ваш возраст. Давайте скажем, что забыли свой возраст. Блин, бред. С возрастом? Ой, не того, я не того баню. Так, ладно. Так, донатики давайте прочитаем, я что-то забыл. Боже, сколько бабок. Так, $24 на самом деле. Мы не убиваем токсичность. Я просто их баню, ничего не происходит. Так, а что там с вирусами? Вирусов мало на самом деле на компе. А стрим не будет ОБС лагать с май... Бред, конечно. Как не лагает с майнингом? Боже, пускай он так работает. Боже, деньги, деньги, деньги. $17, все неплохо. Так, получаем бабки. $50. Так, не буду, короче, никого банить, пошли они к черту, я все равно это не сделаю. Зато у меня онлайн сейчас почти такой же, как на стриме. Уже перегнал. Боже, перевод, конечно... Знаете, такое чувство, что перевод переводит автоматически. Игра, то есть, рандомно. Боже, 361 человек на стриме. На самом деле, что-то доников мало. Когда было человек 30, было доников больше. А, все, походу, я закончил стрим. А, нет. Так, надо комп, короче, собирать с новой... сейчас в мусорке оброемся, облазим. Тактичность мега максимальная. Я предлагаю еще полазить... Так, давайте полазим, наверное, по инету и закажем все модераторов на следующий стрим, чтобы не было проблем. Так, workers, модераторы. Не врать, прикольно. Модеров заказали на $50. Все деньги на модеров. Сейчас мы токсичность уберем. Божеско подписчиков. А ну смотри, что там пишут сейчас чатики у нас. А, все, мы закончили стримить. Все, мы наняли модеров, монстров, которые просто будут сейчас жрать этих мелких школьников, которые пишут всякую гадость. Надо их все тоже нанять. Цепных псов просто. Так, что у вас тут есть? Давайте скушаем. Съедим сейчас эту пиццу. Блин, надо опасать, наверное, потом помыться. Давайте еще полутаем мусорники. Привет, мусорник. О! Блин. Ну, неплохо, на самом деле. Продадим эти вещи. Надо делать товато модером, он будет бесплатно работать. У меня, походу, и нынешние модеры бесплатно работают. Так, $36. Кстати, реально, я за долги не заплатил же, ё-моё. А походу сейчас мою хату отожмут. Так, пацаны, стойте, нужно проверить хату.
Там не отжали еще? Я ничего не заплатил же. Что-то почта у меня разрывается. Так, а оплата за хату где это вообще? Я уже забыл. Банк? Ого. Хотя неплохо. Ой, да ладно, ряд, тут прикольно замучено вообще, типа, сколько возможностей в игре. Только, черт, такс, походу, здесь. В таксе оно. Нет. Что это за бред? Может, билс? Жесть, сколько мы денег отдали. Все, что я заработал, мы отдали. Вы что, гоните? $390. Зато у нас есть холодильник. Итак, ребятки, значит, я думаю, давайте, наверное, на этой ноте стрим подходит к концу. Дело в том, что у меня есть еще один, как бы, симулятор стримера, второй. Я его тоже, как бы, скачаю, и мы поиграем, наверное, сейчас после этого с симулятора стримеров. Посмотрим, что там за игрушка, в чем разница между ними. В общем, мне кажется, что довольно-таки вначале неплохо. Мы, смотрите, получили $400 на счет, расплатились со всеми долгами, купили себе холодильник, ванну. Комп пока не обновили, к сожалению. Ну, я думаю, что, учитывая, смотрит 400 человек, разрешение 144p, это очень неплохо. Так, поспим. В общем, как раз это сейф наш. Я так понимаю, что сон это сейф. Так, высокая температура, нам жарко, по идее, ты потеешь, как свинья. Окей. В общем, тогда я с вами не прощаюсь, буквально минут 20 перерыва, и проверим следующий симулятор стримера. Будет он интересный или нет, не знаю, но этот симулятор мы не закончили, не бросили. Я думаю, мы еще поиграем, потому что он реально забавный и офигенный. То есть мне он понравился на самом деле. То есть, типа, много возможностей в игре. У нас еще есть возможность попутешествовать между городами. Вот смотрите, вот карту покажу вам. Видите, у нас тут, мы только здесь сейчас живем. Мы можем переехать в более крутой город. Там, возможно, будет и получше дела. То есть еще можем по миру путешествовать. Сегодня мы зарабатывали немного деньжат. Убили двух людей нечаянно на дороге. Но это не конец.